Привет, друзья! Снова мы в центре Кракова. Гуляем и наслаждаемся, показываем вам маленькими кусочками этот прекрасный город. И сейчас идем прямо, узнаем, что это за здание, потому что все, что мы выписали, мы уже забыли успешно. Ой, как конь приятно пахнет. Да, и такой запах. Свежий запах лошадок такой. Ну, нормально, приятно, в принципе. Нормально. Да. Погода меняется, то дождь, то сильный ветер, то солнце. Ну, вообще, в принципе, классно. Наш украинский флаг, приятно. Супер. Все, идем обойдем, посмотрим, что за красота такая с часами. Ну, кафешка называется «Ратушевая ресторация», значит, какая-то ратуша. Ну да, ратуша. Классно, все гуляют сейчас сколько. Еще и 3 часов дня нету. Туристы гуляют, поляки работают. Ну, хороший такой будень. А я думаю, поляки гуляют. Ну, я думаю, что у них рабочий день до 6, нет? Ну и что? Так, ну, не сильно здесь понятно мне, давайте вот... Зайдем уж сначала. Красота какая. Центр города. И вот спящий лев. Да, спящий лев. У него мордочка такая спокойная. А это лев такой с зубками. Показывает зубки свои. Ага. А вон голова. Идем голову посмотрим сначала. Вот мы нашли голову. Ага. Оказывается, музей Кракова, да? Да. Как выглядит. А вот лежащая голова на площади. И мы сейчас к ней подойдем. А что с этой головой связано? А там, по-моему, если забежишь в голову, выглянешь и сфотаешься, там то ли или ты забеременеешь, или замуж выйдешь. О, Боже. Да. А мужчины бегают? Не знаю. Ну что-то я читала такое, поверье. Вот она большая какая. Наташа, рискнешь выглянуть оттуда? Даже залазить не хочет, но знаете, так честно страшновато смотрится. Давайте обойдем ее. А там надпись. Ну там написано, да? Что с ней делать надо? Нет. Написано, кто его сделать. Эрос, Бендата. Ну, если Эрос, то точно связано со всякими. Ну, давайте зайдем уже, ладно. Подтолкните меня кто-то. Ой, блин, старая женщина. Так, бумажка какая-то здесь. Залазим. Опа, и выглядываем, что здесь. Вот. Все, мне даже женщина помахала, по-моему, и ребенок со мной влез. Все классно. Теперь вылазим, честно, ну так. Я? А что, ты хочешь меня сфотать? Я тебя видео снимаю. А, ты видео снимаешь. Вот. И я видео снимаю. Вон Наташа, вот я. Ну, сфоткай меня, пожалуй, уже. Смотрите, как дети набежали в голову. Так, ну я залезла, что получится, посмотрим. Что то ли замуж выйду, то ли непонятно что. Ладно. То ли непонятно, что это смешно. Дома красивые. Ну идем тут в музей глянем, в принципе. Дома вообще. Или можно давай возле головы сфотографируемся просто. Да, давай. Ну, я думаю, что лежит такая голова симпатичная, нужно сфотографироваться, мне кажется, обязательно. Наташа меня пофоткала с головой, а сама не хочет. Давай тебя запечатлю просто. Так дома нравятся. А? Дома нравятся. А вот тот с колонной. Посмотри, такой оливково-серо-желтый. Честно, очень солнце в очки бьет. Думаю, когда я видео буду смотреть, то да, хорошо выйдет. Угу. Так, ну давай сейчас пойдем уже и посмотрим все-таки, что это за музей такой. Сейчас идем в музей. Наташа заметила замочки. Ну, тут место еще есть. А это, наверное, у тех, у кого получилось после головы забеременеть или родить. А для чего это вообще вот эти вещи делались? Это ж... Не знаю. Ну, вот вещи делались, а люди приспособились. У нас, помнишь, мост любви мы показывали в Киеве, тоже вешают. Так, ну время зайти в музей. Вот это шикарное,
шикарная ратуша городская, да, вот как она выглядит на самом деле. Ух, какой ветер просто неуютный, полки такой. Какие головы просто. Вот, смотри, наверху, как сатиры или кто они. А, слушайте, Наташа просто каждый раз замечает какую-то деталь. Я бы не увидела. Смотрите, действительно прикольно. Именно вот, знаешь, они такие, о, да, смотрят на тебя. Ха-ха-ха. Ага, мне уже неуютно, если честно. Они все вон идут, видишь, по этой. Они даже тут лучше сохранились, чем посреди. Да. Слушайте, как да, интересно. Класс. Вот на что еще внимание нужно обратить. Так что ставьте лайки и подписывайтесь. Так, ну что, заходим сейчас в музей. Называется просто музей Кракова. В какое время работают, кстати, вот в понедельник с 11 до 15, а вот все остальные дни открыт и до 6. Monday free. Ага, в понедельник бесплатно. А сейчас то есть он еще деньги стоит. Сейчас давайте посмотрим. Давай узнаем, сколько, и подумаем. Ну давайте подумаем, мы потому стыдно? Что. А? Ну стыдно? Не знаю. Короче, народ, какой-то непонятный музей. Надо посмотреть. Мы только зашли, нам сразу так камеру уберите. Ну и не надо тогда. Ну, просто мы так... Не хотите? По-польски. Мы по-польски это поняли. Вход стоит обычный, написано регуляр 18 злотых. Мы не поняли, что за музей. Ничего не понятно. Внутри даже вот и... Не, ну, нету фоток, Кракова, что вы увидите. Ну, музей Кракова, что вы увидите. Ну, хотя бы какой-то там вот музей Кракова, что там конкретно. Мы поняли, что... Скажем, смотрите, что вот... Сразу от входа справа идет вверх лестница. Это вот, наверное, этот вот вход, который в понедельник фри, бесплатный, и который мы пропустили. Это вот просто, как я думаю, что панорама на Краков, но у нас же уже была панорама с Мариатского костела, поэтому не пойдем. Мне кажется, что этот выше будет, но я не понимаю, где там смотреть. Честно, мне не хочется подниматься, если честно. Ну, значит, а, не пойдем. Даже не столько подниматься, сколько потом спускаться. Вот. Mm-hmm. Ну, так очень здание, очень городу, здание по музеям. Красивое, да. Ну. И не вот это, посмотрите налево, посмотрите направо. Поэтому давайте с вами пройдемся все-таки. А лучше, если посмотрите налево, то лучше взять индивидуального гида. Он вам с любовью и пониманием расскажет, да? Ну, мы хотели взять индивидуального гида, но гид стоил 60-70 евро 2 часа. И это было бы бегом кругом, мне кажется. Хотя это центр города, и, наверное, это как-то более узко. Но сухие исторические факты, не скажу, что будет интересно вам, не скажу, что будет интересно нам. Кому интересно, что мы сегодня показывали, знаем. Открываете интернет, вводите даты, смотрите. А лучше, если, да, конечно, получается. А мы не хотим туда в середину? Или мы уже после еще пройдемся и потом, да? Да, давай, хорошо, пройдемся. Там, наверное, суконные ряды. Это покажем, конечно же, в отдельном видео, чтобы хорошо посмотреть. Классно, что ты эти головы заметила. Вообще никогда. Ну, как это можно не заметить? Ну, посмотри. Во-первых, у меня зрение плохое, ты же знаешь. Мне приближать нужно. Ну, во-вторых, просто иногда смотришь под ноги, иногда смотришь в другие стороны. Я тоже не знаю, они какие-то такие утрированные. Дама красота. Знаешь, как... Дама из Амстердама. Так наблюдает. Нет, из Кракова. С высока. Наблюдают за нами, да? Наблюдают, немножко, конечно, с таким интересом и надменностью. А вот музей. Красивый, конечно, красивый музей, но опять-таки непонятно, что там будет. Есть только подъем вверх. Ну... Такая интересная. Что это за музей? Ну, непонятно. Ну, хотя бы картинка. Что мы увидим, да, там? Что мы увидим, допустим? Вот что? Мы увидим барельеф, и мы увидим вид Кракова. Ну, дайте черно-белую фотку. А то музей заходите. Ну, откуда я знаю? Может, я хочу, условно, оружейный музей? А может, хочу ткацкий музей? Дом по Кракову. Развлекушечки сейчас. Смотри, мужик подтягивается. На денежки, наверное. Ох, что-то, мне кажется, слабенько. Он подтягивается и ничего не выиграет. Давай, мужик, let's go. Столько голубей, кстати, вот. Смотри, как красиво покрашено. Зеленый такой песочный цвет. Просто даже выйти погулять Краковом, это сплошное удовольствие, даже если никуда не заходить. Просто выйти и пройтись. Центр, давайте уточнять. Мы были в спальных районах. Мы только проехались, посмотрели.
когда из аэропорта ехали, да? Ну, в принципе, чисто, то, что чисто, а так дома чисто, очень... Чисто, все в одном месте, да? Да, как это, социалистического строя, дуже все простые, то, что мы видели. А вон какой дом угловой, боже мой, это нарисовано или это как сделано? Боже, как красиво. И там где-то как фреска, как рыцарь, или что, и тоже стоит вверху около, видишь, статуи. Или женщины, и флигеля такие красивые, боже. Ой, красота вообще. Ходить и наслаждаться. Взять отель в центре, чтобы не приезжать ничем, ходить, наслаждаться утром, днем, вечером. Вот такой он центр Кракова. С головой, с музеем, с Мариатским костелом, с уконным рынком, с уконными рядами. Красота!